Нож я приобрел еще примерно где-то год назад в таком маленьком магазинчике. Купил нож всегда, ну, так дома лежал, да, просто там, не знаю, просто деньги были, да, купил. А с какой целью вы купили нож? Ну, я не знаю, просто, да, чтобы дома лежал. Просто у всех есть, у меня точно был. И вот тогда нож дома лежал, что-то я решил один день поставить, да, в карман его. Не помню даже, это даже в школу эту неделю не ходил, в кармане он как-то оказался. И при драке, когда драка случилась, состояние эффекта, я его достал и ударил. Непреднамеренно его не хотел убивать. Я... Когда вы нанесли удар ножом, в дальнейшем что происходило? В дальнейшем? Я не помню. Вы ушли с этого места, убежали или что? Не убежал. Я просто пошел к директору, да, вот так сказал. Все. А с ним что, он сразу упал или как? Нет, он убежал.